Здравствуйте, ребята. Вот и настала осень. Гранаты мои уже надо собирать. Там и хурма поспевает потихоньку. Мой мрамор не выскочил. После линки какую игру набирает. Не, я его гонял, уже у него игра набранная. Он от него даже я уже этих получил. Пискунов. Но я имею в виду, после линки опять начал играть. Как и положено. Ребята, я о чем с вами хочу поговорить. Вот, например, вы приобрели голубя нового. И основная масса у вас про глистогонина. По закону вы его должны закрыть, и чтобы она карантин прошел. Сами оптимальный, чтобы карантин полностью прошел, месяц надо. Но иногда
когда у меня есть друзья, у которых с утра до вечера я у них нахожусь и знаю, что у него там все нормально, иногда я не делаю им карантин. Но когда я у него спрашиваю, у знакомого, он глистогонил, ну, скажет, что давно я, вот мраморный как тягу тянет, да. Ребята, я знаете, что делаю? Беру Ивермек, вот наше лекарство Ивермек, вы его отлично знаете. 1 грамм в литр разбавляю, но обычно я как делаю? 0.5 грамма, 0.5 литра разбавляю. Беру шприц, вот с таким шлангом. Она у меня 5-граммовая или 20-граммовая. Уже даже не видно. Да, 20-граммовый шприц. На нем шланг, вот это. И прямо набираю вот это жидкость с Ивермеком, с водой разбавленной, и заливаю прямо в рот. Вот и проглистогонил и одну птицу. Чтоб всех вместе не глистогонить, и чтоб в отдельную клетку не сажать, и им воду не это ставить. Глистогоню я вот так иногда, отдельно, голубя. И, ребята, у всех, почти у всех, сейчас, в данный момент, вот это чихание у голубей, да, почти у всех бывает. Я очень-очень много лекарства знаю, и то, что сам знал, еще ребята же подсказывают, переписки у меня есть, в роликах тоже вижу, комментарии ребята пишут. Ну, я начал их сначала, вот, как сказать, где-то 15 лет тому назад, пилицинил и стрептомицин менял, это, разбавлял с друг другом, и инсулиновым шприцом иголку отрывал, там потом затачивал и в нос напором с одной, с другой и чистил. Она давала результат, но маленький. Я это лекарство убрал. Потом доксициклином тоже. Против чихания и против насморка. Доксициклин делил на 8 частей. И утром и вечером по одной части я им отдавал. Ну, проходит время и... Еще такое дорогое лекарство есть, Орниспециал Экстра. Это очень хорошее лекарство, но начальную стадию она очень хорошо лечит. И я, когда уже у голубя, понимаете, вот этим Орниспециал Экстрам я уже не лечил, когда у голубя уже это, как сказать... Ну, трудно излечимая, да? Мне ребята уже подсказали другое лекарство. Это лекарство называется электромицин. Вот я сейчас вам покажу. У меня электромицин 500 миллиграмм. Лучше 250 миллиграммовую брать. Вот она такая большая. Наверное, 250 она, естественно, меньше будет. Надо ему 250 миллиграммовую разделить напополам. И вот это пол таблетки дать голубю. А потом, это первый день, день один раз дается. А потом... Четвертак, 5-7 дней вы даете глотать голубю, и голуби лечатся.
я обычно вам рекомендую те лекарства, которые я уже попробовал себе. Я вылечил трудноизлечимые голуби этим электромицином. И вам тоже советую. Почти здесь линтовой птицы нету, я их всех в вольер отсадил. Ребята, вы хорошо знаете, что у меня виноградник есть. Я даже ролики снимал, как вино делать. И у кого виноградник есть или покупает, то что жмих остается. И потом из жмиха водку гоните. Тятя, который называется, да? Я косточки от них не выбрасываю. Ребята, вот они у меня. Виноградные косточки. И это злак, который голуби обожают. А то, что голуби любят, это для них и полезное. Виноградные косточки я им тоже даю. У кого есть возможность, попробуйте. Голуби едят очень хорошо. Это же не каждый сезон у человека есть. Некоторые еще не знают, что это такое, но потом они к нему привыкают и очень любят виноградные косточки тоже. Мои сизограни уже доканчивают линьку. Все красивее и красивее становятся. Мои щенки подросли. Завтра уже начнется. Пора их раздавать. Ну что, ребята, всем пока, до свидания.
Здоровья всем!